Чувашии перед судом предстанут обвиняемые в совершении преступлений, связанных с пассажирскими перевозками в составе организованной группы. Следственным управлением МВД России по Чувашской республике окончено предварительное расследование уголовного дела в отношении 6 участников организованной группы, обвиняемых в совершении ряда преступлений, связанных с пассажирскими перевозками. По версии органов предварительного следствия, жители Чебоксар препятствовали деятельности индивидуальных предпринимателей, которые специализируются на перевозках пассажиров по городским маршрутам. Они принуждали их к отказу от сделок, заключенных с администрацией города. Не получив согласия, злоумышленники угрожали перевозчикам и умышленно повреждали их имущество. На сегодняшний день установлены обстоятельства 5 эпизодов их противоправной деятельности. Потерпевшими признаны 5 человек. Четверым активным участникам группы предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных статьями 167 и 179 Уголовного кодекса Российской Федерации. Еще двое обвиняются в совершении преступления, предусмотренного статьей 213 Уголовного кодекса Российской Федерации. Судом в отношении организатора и двоих участников группы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Остальные находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. В настоящее время уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в Калининский районный суд города Чебоксары для рассмотрения по существу.